Лидия из Киева спрашивает, какое в Турции море в мае, теплое ли, можно ли купаться? Все зависит от того, в какое время вы поедете. В принципе, на майские праздники, если вы поедете на Анталийское побережье, а там, где Средиземное море, в принципе, можно уже купаться, начиная с конца апреля, если вы не боитесь 16-градусной, 18-градусной воды. А ниже она может быть вряд ли. А что касается после 10 числа, то можете смело ехать. Там уже и теплый воздух, и теплая вода. Если говорить про Эгейское побережье Турции, то стоит ехать уже, наверное, только после 20 чисел мая, так как Эгейское побережье всегда на несколько градусов прохладнее, как вода, так и воздух.